Страшнее любого пожара. 277 новых случаев заболевания COVID-19 выявлено в Мурманской области за сутки. 8 человек умерли от осложнений, вызванных коронавирусом. Больше всего заболевших в Мурманске плюс 126, Мончегорске плюс 38 и Кандалакшском районе плюс 36. Эксперты напоминают, что самолечение при симптомах коронавируса или ОРВИ не лучшее решение. Например, антибиотики на COVID-19 вообще не действуют, а вот осложнения могут вызвать. Напоминают эпидемиологи и про маски. Их ношение в общественных местах обязательно, да и делать это нужно правильно. Торчащий из-под средства индивидуальной защиты нос сводит на нет сам принцип такого рода мер. Менять маски также рекомендуется чаще, а не таскать в кармане одну на все случаи жизни.